Чрезвычайный полномочный посол Республики Иран в Беларуси господин Мохаммад Риза Сабури находится в Бресте с двухдневным рабочим визитом. Встреча с главой региона Константином Сумаром была запланирована заранее, поскольку давно созрела необходимость обсуждения направлений экономического сотрудничества между регионами Ирана и Брещины. Сегодня это неоднократно подчеркивалось на встрече. Уровень бизнес-отношений довольно-таки скромный. Мы сейчас имеем внешние торговые отношения более чем со 100 странами мира. И то, что у нас также есть уже предприятия или предприятия, которые работают у нас на территории Брещины, а имеют корни именно Исламской Республики Иран, это тоже говорит о том, что у нас есть определенные позитивы и определенные перспективы. На сегодняшний день у нас на территории работает 7 предприятий с иранскими инвестициями. Конечно, вот эта отдаленность от территории Брестской области в какой-то степени лаживает отпечаток, и трудности определенные есть, потому что товарооборот, который у нас существует между Исламской Республикой Иран и Брестской областью, он невысокий. В беседе господина Мохаммада Риза Сабури с Константином Сумаром были намечены приоритетные направления экономического сотрудничества на ближайшую перспективу – сельское хозяйство, легкая промышленность и строительство. Иранский посол отметил, что к нему обращаются руководители провинции его страны с просьбой предоставить информацию о возможностях сотрудничества двух стран на уровне регионов и городов. Константин Сумар, в свою очередь, подчеркнул, что Беларусь, и в частности Брещина, готовы сотрудничать по всем направлениям. Географическое расстояние между нашими странами большое, но оно не настолько велико, чтобы мы не смогли преодолеть его. Мы считаем, что экономики Беларуси и Ирана могут дополнять друг друга и помогать друг другу. Это понимают главы наших государств, что очень важно, и они делают все возможное для того, чтобы отношения налаживались и развивались. Последовательность в отношениях – первая задача, и необходимо, на мой взгляд, начинать с установления связи между регионами и городами. Есть планы, но более конкретно о них можно будет рассказать тогда, когда будет определенность. Иран – страна, с которой белорусский народ всегда связывали не только экономические, но и дружественные отношения. Еще несомненным остается тот факт, что у наших народов много общего в духовном плане. Поэтому на встрече двух высокопоставленных чиновников были обсуждены вопросы и культурного, и социального партнерства. Разговор состоялся важный и актуальный для обеих сторон. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь. А посему, это вывод всех участников встречи в облсполкоме, необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс.